В пасхальные дни в Брянске распустились белые цветы. На площади у Свято-Троицкого собора все желающие могли приобрести поделки из бисера, бумаги и ткани. Акция направлена на сбор пожертвований для лечения детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Это акция, которая помогает собирать деньги для больных детей. Если вы сделаете любое пожертвование, то вы возьмете абсолютно любой из этих белых цветочков. Маленький Володя рассказывает брянцам о том, как важно помогать другим. Мальчик вместе с детьми воскресной школы Кафедрального собора предлагает всем желающим поучаствовать в акции «Белый цветок». Ты сама поучаствовала в акции? Да. А как ты поучаствовала? Ну, положила денежку в копилку и цветочек взяла. А потому что надо помогать людям и больным детям, чтобы у них были деньги на выздоровление. Акция проходила 2 дня в канун праздника и в сам день Пасхи Господней. Организатором акции выступил отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Также в дни праздника епархия организовала выставку детских рисунков и прикладного творчества, представленных на конкурс «Пасхальная палитра». Выставка проходит у нас здесь, в Нижнем ярусе Брянского кафедрального собора. И вторая часть выставки будет проводиться уже, начнется работа 5 мая в Доме культуры Советского района города Брянска. Здесь участвуют детки из обычных общеобразовательных школ, из центров внеклассной работы, кружков художественных и, конечно же, даже детских садов. Более 270 работ посвящены светлому празднику Пасхи. Дети епархии через творчество и участие в таких мероприятиях, как «Белый цветок» и «Пасхальная палитра», раскрывают свои таланты, приобщаются к православной культуре и дарят радость светлого праздника другим людям.